Итак, продолжаем икорную тему. Мы съездили в Ашан и купили икру. Взяли красную икру и взяли черную икру. Но это я говорю для тех, кто в теме, кому это нравится. Мне лично нравится. И я ничего дурного в этом не вижу. Я, например, люблю морскую капусту. Очень люблю. Люблю морскую капусту. И в баночках, и покупала даже готовый салат с майонезом. И, по-моему, даже с кусочками креветок. Ну, очень вкусно. Я как-нибудь куплю и покажу вам. Я уже ее открывала, ела. Вот такая вот икра. Сейчас даже покажу вам на ложку. Такая вот икра. Вот, смотрите. Вот, видите? Солененькая. Икринки похрустывают, лопаются. Да, имитированная икра, да. Вот такая вот. Но есть-то ее можно. Вот, смотрите, видите? Хорошая икра. В Ашане банка икры красной, черной стоит... Стоит 77 рублей. Опять икринка залетела. Стоит 77 рублей. Сейчас я сделаю бутерброд. Два бутерброда сделаю. И вы посмотрите, какая это красота. Вот такие вот у меня получились быстрые-быстрые перекусочные бутербродики. Одно слово сказать, перекусочные. Белый хлеб или лепешка узбекская, да? Я небрежно кинула немножко кусочек масла и сверху положила икру. Вот. Легкий перекус. С маслом, с белым хлебом еще вкуснее. И пусть нам смеются в лицо лук крымский. Это я прибежала с работы. Быстро перехвачу, потому что есть хочу. Крымский лук. Ой! Кушайте крымский лук красный. Ешьте очень, очень вкусный. Угу. Очень даже ничего. Кто-нибудь покупал уже икру? После того, как я показала. Юля. Юля, ты покупала икру или нет? Ты хотела купить? Хотела сейчас показать диван. Диванчик аккуратненький такой мы купили. В свою однушечку. Неплохой, хорошенький, аккуратненький. Но сегодня уже не хочу показывать. Завтра покажу. 4 бутерброда навернула. 4. Очень хороший перекус. Я хочу сказать, это очень хороший перекус. Очень. Красная банка закрыта, я даже ее не открывала. Я ее пока открывать не буду, пока не съедим вот эту черную икру.